Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Плей, мы продолжаем проходить Nobody's After This, А что это за медальки, кстати? Канарейка, а, во. То есть это полностью пройденная история. То есть мы дошли до середины кальдера. Вот сейчас она будет. Парк развлечений, космос. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, по две, типа, можно. Назад. Ну-ка, продолжить. Поехали. Поехали, следующее. Еще одно важное достижение, агент. Мы вычислили главного микробиолога Терранова, Софию Петрову. Она собирала образцы редкой водоросли в национальном парке Грейвуд в Монтане. Наши исследователи сообщают, что это растение – главный компонент биооружия болиголов, и его очень накладно выращивать в лабораторных условиях. Наведите в парке порядок, агент. Уже лежит, окей. Река течет к горам. В бамбуковой роще тело неплохо спрятано до поры до времени. Чем дальше? Номерной знак. Там еще больше бамбука. Да, тут полно водоемов. Так. В ту сторону к туристическому центру. А я могу пройти. Национальный парк Грейвуд. Доброе утро. Добро пожаловать в Грейвуд. Сколько стоит входной билет? Нисколько. Природа бесплатна для всех, кто сумел добраться в такую даль. Наконец-то хорошие новости. В парке много народу? В последнее время тут тихо. Есть компашка в лагере, но это, пожалуй, все. Почему столько гейзеров? Грейвуд — скороварка геотермальной активности. Тут опасно? Пока нет. Парк, скорее всего, не взорвется еще около миллиона лет. Тогда не буду ничего планировать на это время. Хорошего дня. Наслаждайтесь природой. Пойдем туда, сходим. Так, мы что взяли? Мы взяли номерной знак в начале. Мачете. Ах, природа. А что? А, карта. Отлично. Гейзер в 1 километре отсюда. Он извергается каждые 10 минут. 3 километра. Он извергается каждые 20 минут. Бля, какие-то загадки. Он никогда не извергается. Он что, высох? Так, можно идти еще дальше. Есть еще... Я позаботился об этом еще до начала миссии. Я всегда готов. Мне не очень-то хочется сейчас косить целый национальный парк. Обычный сарай для инструментов. Да так зачем тогда вот выделять вот это все? Так, красавчик, ну пошли тогда до конца. Так, мы вошли. Это туалеты. Тропинка. Камни слишком большие и не влезут в бутылку. Не понимаю. Да я сам в шоке. Так, перья. Это стручки. На нем можно удобно посидеть. Тропа уходит в ту сторону. Эта веревка не дает туристам сбиться с тропы.
Ну так тропа тянется еще 14 километров. Я абсолютно точно не в форме для такого похода. Это же этот... Так, тропинка, туалет, гейзер. А. Этот гейзер извергается каждые 2 минуты. А все, да? Погремушка. Ну можно, я не знаю, что с этим делать. Но зачем-то этим можно погреметь. Каждые 2 минуты, окей. Гейзер Б. И этот гейзер не извергается. Так. А здесь что? Подожди. Так, гейзер Б, тропинка, лагерь. Тропинка. У меня вот идей пока... Ноль. Не могу, тут туристы. То есть мне нужен каноник. Это предупреждение о гремучих змеях. Должно быть, тут их просто пруди. Скорее всего, арендовано. Похоже, в них спят туристы. Как вы тут вообще время проводите? Время? Время — это иллюзия. Гейзером ходили? Ходил. Пойду. Ходил ли? В чем вообще разница? Так, слушай сюда. Временной волшебник, блин. Ты был у гейзера или нет? Не, я сюда тупо накуриваться приехал. Можно одолжить каяк? В твоем фиксированном моменте времени каяк стоит без дела? Ага, можно одолжить? Сука. Вы что, вообще не переживаете насчет змей? Змеи нам не помеха. Я это все предвидел. Предвидела. Пока. И привет. Как утречка? Прекрасненько. Вытащил я, значит, каяк, а потом уронил весло в воду, и оно уплыло, блин. Ух, херня. Полная херня. Походу, ты прямо на седьмом небе. Строго между нами, я хочу ссать. Как полковая лошадь. Но если я встану, Тейлор займет стул. Кто из них Тейлор? Они оба Тейлора. Спасения нет. Так. Я могу на них применить типа этого. Змей? Не может этого быть. О нет, спасите кто-нибудь, спасите меня. Так, первый загадок. Давненько я не видел, чтобы люди так быстро бегали. Там только пиво, ну что, плохо что ли? Тележка. Да, так, окей. Что? С этим камнем? Мы, похоже, будем топить трупешник. У тележки нет колес, нужно это исправить. У тележки нет... А, колеса. Номерной знак. А мы можем весло из этого сделать? What would that do? This isn't the time for a kayak tour. Забава ради, я понял тебя. Так, еще у нас гейзер. Каяк слишком тяжелый, я не могу его таскать. Не буду его трогать, пока не найду способ его перевозить. А. Окей, мне нужно найти колесо. Весло мы себе сделали. Здесь заканчивается тропа.
Этот гейзер извергается каждую минуту. Так, соответственно, нам нужно возвращаться. А где я могу найти колесо? Слушай. Где я могу взять колесо? Положи на место. This bamboo is doing a good job of concealing. Так, бамбуковая роща. У нас есть мачете. This bamboo is doing a good job of concealing the body for now. This bamboo is doing. Так, подожди. У нас есть еще. I don't need that anymore. The river is flowing toward those mountains. Река течет к горам, окей. The park ranger is right there. Егерь стоит прямо тут. А мне его надо как-то. I don't follow. Но он не боится змей, да? Веревка. Плот. Уже кое-что. Так, плот, окей. I flipped the raft over. The body is now. Я перевернул плот, теперь тело под водой. It just needs a little push. Нужно просто немного подтолкнуть. Nice and peaceful around here. Тут довольно-таки тихо и мило. У меня вопрос. Ah, nature. Так. Тропинка. Лагерь. Там плот, но я не собираюсь за ним плыть. Тогда я не понимаю. Там плот, но я не собираюсь туда плыть. Гейзер А. This geyser erupts every 2 minutes. I don't follow. I took care of that before starting the mission. Mm-hmm. Ну стой. Так, окей, теперь лагерь. Теперь каяк. Блин, стой. The river slows down here. The water looks almost stagnant. Говорит, он мне говорил, я не могу так таскать. I should only detach the cart at the campsite. Мне. А ну-ка. I should only detach. В лагере. А зачем? Так, лагерь. Nice. There's one way to sneak. Отлично, так можно спрятать тело. Как? I should add some wheels to the kayak first. This geyser erupts every 1 minute. Так, а какой никогда? Apparently this geyser never erupts. All right, that should do it. This geyser never erupts. Так, теперь нам нужно вернуть все на место, правильно? Так, окей, лагерь.
назад, где-то здесь, где-то здесь. Веревку все я вспоминал, где веревку я взял. Веревку я взял. Здесь. Вилы не здесь. Камни не здесь. Знак я помню где. Туалеты. Так, колесо сюда. Вилы сюда. Мачете сюда. Знак, карта, погремушка. Туда знак, по-моему, валялся. Тут. Бамбук. Бамбук прекрасно встал на свое место. Это просто чудо среди бела дня. Слушай, ну в этот раз быстрее. И карта... Естественная причина. Хитро это вы придумали, агент. Наши ученые подтвердили, что тот гейзер уже давно не извергался и к тому же очень глубок. Доктор Петров еще долго там проплавает. Кстати, о времени. У нас его теперь более чем достаточно. Водоросль не попала в руки к Терранова. А это значит, что мы на пару шагов впереди. Нужно использовать это преимущество с умом. Золотую медальку дали. То есть, если с первой попытки золотую медальку, если со второй, грубо говоря, там, или с третьей, серебряную, и больше бронзовую, наверное. Окей, поехали в следующем. Операция «Полночь». Пришла пора снова пойти на запах денег, агент. И нам повезло, ведь только что насчет итальянского химика Лоренцо Руссо упала круглая сумма. Много лет назад Руссо подозревали в том, что он сколотил состояние, работая с советами над их скоропостижно почившей программой по разработке химоружия, но все расследования прекратились довольно внезапно. Теперь Руссо, похоже, в кармане у Терранова. Он будет проводить новогоднюю вечеринку в своем миланском поместье. Мы сделаем так, чтобы он умер еще до полуночи, а вы позаботитесь, чтобы его гости ничего не прознали. Так, что тут? Приглашение у меня есть. Амела есть. Из вентиляции не дует. Время. Не открывается. Так, нужен сначала ключ. Овальный ковер. По ним ничего, кроме пыли. А что, даже ключика нет? Это просто лампа. Есть наверх, есть туда, есть картина. Nice frame. Милая рамка. А, можно еще и сюда. Тут. Я боюсь, что мы тут сейчас соберем, бля. Хочешь? Их есть у меня. Нет, спасибо, не курю. Даже на Новый год? Ну ты чего? Хватит на меня давить, блин. Все правильно. Дыма пока нет. Видимо, он ждет подходящий момент. Из вентиляции не дует. Круто танцуешь. Спасибо. Называется Pop and Squat. Над названием стоит еще подумать. Обожаю эту песню. А ты? Я обычно на вечеринки не хожу, но это довольно крутая, да? Ага, пока. Так он их это... Привет. Добро пожаловать в рай. В парадайз. А тебе нехило колбасит под этот трек. Он внутри меня. Я есть звук, я чистая мысль. Блин, хотел бы я так же кутить. Тебе нужно лишь немного вдохновения. У меня осталась половинка. Могу дать? Новый год же настает. Да, конечно, отсыпь. Да, дружище, переродись в свете чудесном. Бля, зачем ты...
путешествие. Бля, я думал, мы лучистые сгутки энергии, мы вечно взрывающиеся звезды. Да, друг мой, да, да. У меня вроде нужно было что-то тут делать. О, да, потанцевать. Я пришел сюда танцевать. Так, окей. Спички приглашения имел. Я-то думал, он возьмет, пригодится, еще подсыпем что-нибудь. Приветик. Ноль реакции. Этот парень сейчас в своем мире. Ну, он побухивает, че ты к ним пристал? Эй. И тебе того же. Отпадная вечеринка. Знаю, так круто, что в этом году мне наконец прислали приглашение. Кто диджей? Устроитель привез его с Ибицы, прикинь. Прикидываю. Будешь полностью целоваться? Я всю ночь строю глазки диджея, но он весь в музыке. Нравится диджея? Нет, усатые. Мне нравится твой наряд. Спасибо. Я тут было подумал, что потеряла эти серьги, а затем вспомнила, что носила их как браслеты. Так, мне нужно осмотреть так диджей. Эй, диджей, чего? Я тут немного занят. Качай еще, я хочу, чтобы до самых костей пробирало. Эй, успокойся, всему свое время. В этом деле главное грамотно нагнетать, чтобы в нужный момент выдать. Нагнетать? Что нагнетать? У тебя одна и та же песня играет, сколько я тут нахожусь. Я медленно нагнетаю, ясно? А теперь отстань, мне работать надо. В полностью подцеловаться не планировал. Не, я работаю. И диджеям тоже надо отдыхать, знаешь ли? Мне кажется, девчонка в юбочке строит тебе глазки. А вот это другой разговор. Крутая дым-машина. О, да. Ну пущу тут дыма, как часы пробьют полночь. Офигенно. Так. Диджей, я тебя люблю. Ага, спасибо. Тут можно где-нибудь Амелу повесить. Ладно, окей. Вроде поболтали, я не хотел с ними разговаривать. Да? А я... Окей. Ой. Это что? Открывашка. Ты что, стол наглажил? Шеф уже позаботился о еде. Вентилятор внутри должно быть просто огромен. Так. Замороженное чудо. Повар, похоже, из тех, кто шарит во всей этой молекулярной кухне. Извини, конечно, но это для торта. Я скоро верну. Чё, самогонный аппарат? Оставь всё на своём месте. Раковина. У них полно странных приборов, которые я пользоваться не умею. Так, а ну-ка. Приветик. Что тебе? Мне сказали, что меня не будут отвлекать. Торт выглядит просто потрясно, просто невероятно. Разумеется, я с ювелирной точностью остудил его жидким азотом. Можно попробовать? Ни в коем случае. Торт будет резать исключительно наш славный хозяин в свое удовольствие. Ах, жалко-то как. Тусовка-то небольшая совсем. Мистер Руссо предпочитает более личные, уютные вечеринки. В Новый год работаете, а? Жестоко. Не, так уж и жестоко. Мне за этот торт заплатят больше, чем тебе за полгода работы. Ага. Ну и когда же мы попробуем это великолепие? Когда этого захочет мистер Джонс. И не минутой раньше. Торт выглядит просто потрясающе. А как? Так пока. Господь. Господь, надеюсь, нет. А, надеюсь, блядь. Пизда твоему торту. Это уже, это уже принципиально. Лопата. Нет времени прохлаждаться. А, Новый год, тепло.
бревно. It's nicely maintained. За ней тут следят. It's crystal clear. Он кристально чистый. Если бы не возня с трупом, я бы точно занырнул. It's locked tight. Крепко заперто. У нас есть что-нибудь? Somebody would definitely hear that. Кто-то это услышит открывашкой. I don't follow. Так, окей, мы с собой набрали кучу всего. Да не сыты, не буду я тебя трогать. Так, здесь кухня. Здесь что? Так. Ну да, да, везде вентиляция. Мы какой-нибудь сонный газ запустим. А мел это не оно? Подожди, подожди, подожди. Тут же можно вот так сделать. Поцелуй меня под амела. Хорошо. Так, так, так. Или мы запустим... Несколько мест помечено булавками. Я уборщик другого толка. Игла. Ух. Но мне сюда вот надо дрова забросить. Я положил бревно в печь. Зажег. Задубевшие старые банки с краской. Подожди, стой, 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 стой. Здесь еще вот что есть. А, типа можно... А этот, че, он отдельно крутится? А куда это все привезти-то надо? Так, подожди, давай ничего сейчас не будем крутить, потому что, пока еще рано, мы не все смотрели. Так, это вниз, это на кухню, часы, картина, там тусовка. Это наверх. Это что? Отсюда я вижу всю тусовку. Диплом в рамке. Диплом престижного университета 1973. Подсказка. Кровашка, мела... Пока не нужны подсказки. Милая рамка. Фрути. Фруктики. Фруктики, блядь. Заперто. Ага. В замочной скважине с той стороны торчит ключ. Вот бы его как-нибудь протолкнуть. Хорошо. Мне нужно вскрыть рамку диплома. Подожди. I need something more precise to remove the frame. Потоньше или потолще? I don't follow. I need something more precise to remove the frame. Потоньше, чем игла. Мне нужно положить вот сюда под дверь. The key. Под дверь что-то нужно положить, просунуть иглой. I don't follow. Не понимаю. Посунуть иглой ключ. На кухне мне нужно мандануть вот эту лопатку. Тогда я смогу разобрать, видимо. Ну, пойдем тогда в подвал. Что у меня тут еще? Амела, ее нужно куда-то повесить, чтобы там целоваться. Открывашка, я пока не понял, что. Ах...
Мне все на максимум, ну типа так отключено. Отметка. Crusty old paint cans. Задубевшая. I don't follow. Не понимаю. А зачем мне лопат? Мне что? Подожди. Ебать бы лопаты по торту, да? It's nicely made. За ней тут следят. За кем? За травой. Он кладет ее сюда. Этого как-нибудь отвлечь надо. Водичка, сковорода. Все, наверное, выключится. Так. Сюда. Сюда, сюда, сюда. Так это же нереально их все как-то направо переместить. Вот налево они все. Подожди. Два туда крутится, два сюда крутится. Давай подсказку возьмем. Я немножко. Найдите способ вскрыть рамку, чтобы достать диплом. Ну так. Бля. Так, окей. Похоже, ключ упал на диплом с той стороны. Руктики. Давай вот так сделаем. Так. Так вот его на место поставим. Так, окей. Мне нужен ключик. Ой, лежит отдыхать, смотри. Clear skies in the night. Ясное ночное небо. Looks expensive. Выглядит богато. Красное дерево. Кажется, французский, хотя я не знаю, почему так решил. Богато, богато. А тут работать? Куда пошел? Из вентиляции идет горячий воздух. Какие-то скучные юридические книги. Ключ, это от часов, видимо. Выглядит богато. Так, это мы уже тыкали. Второе место. Открытый чемпионат. Игл Сити. Так, чувачка, я... Интересно, сколько это все стоит? Да дорого. Подожди. Это... А что мне с ним надо сделать? Закрыть его, как минимум. Так, это ключ либо от сарая, либо от часов. Ключ не подходит. Должно быть, он не отсюда. Тогда от сарая. Кто включил обогреватель? Если тут станет тепло, мое творение растает. Я? Нет, я не включал. И на твое творение мне похуй. Оно и должно растаять. Большая часть всего этого слишком заметна для текущей миссии. Это что? Хлороформ. А мне есть тряпочка. Открыто. Закрой. Закрой. Хлороформ, хлороформ. А зачем мне хлороформ? Знаю я.
Куда идем? А куда его прокапнуть? I don't follow. Я включил теплый воздух, он дует. А где основное? Подожди. Как это? Нет. What would that do? Еще подсказку. Найдите способ избавиться от повара. An oval rug. Nothing but dust. Можно ему дать просто по щам. I don't follow. Не понимаю. They're full of fancy utensils, I don't know how to... Избавиться? Ну вот же. Мне нужна тряпка. I don't follow. Подожди, а если шерстяной? What would that do? I can't do that. Лопата, яички. А, может быть это? Может посильнее нужен напор просто? Я не могу посильнее сделать напор. А-а-а, погодь. Могу. Мне не нужно делать... Ну-ка. Все. Так, не дует. Значит, или первый, или третий. О. Ну как тебе? Торт выглядит просто потрясно. Talk to you later. Please don't. Hot air is coming out of the vent. The chef probably used this stuff to flash freeze the cake. Для заморозки торта. Excuse you, that's for the... I'll return it in a... Так, подожди, сходим на вечеринку. У них тут тоже жара. Дым машина. I got plenty. А тут не... А, тут не дует. Избавиться от повара. Not even one... Stop here. Но есть же хлороформ. I don't follow. Подожди. What would that do? Возьми. Still. Возьми носок, блядь. Нужна подсказка. Больше. И если вы расплавите торт, повар может сильно... Я его и плавлю. Нет? A large kitchen island. Hot air is coming out of the vent. Горячий воздух. А может быть мне нужно по... вот эти два подключить. Вот так. Ну, дует у него. It's locked. А, не может быть. То есть это 100% третий. Да я не пойду туда, там делать нечего. Тортик не это. Пусть будет вот так. Frozen magnificence. The chef must be one of those molecular guests. Excuse you, I'll return it in a moment. You'll leave it where it is. Ну погорячей, бля, я не понимаю. Да, подсказку. Направьте весь жар печи в третью трубу, а затем возвращайтесь на кухню. А, еще жарче можно сделать. Ну и... Катастрофа, мой торт уничтожен, уничтожен. Ну, Маркус меня убьет, и это не фигура речи. Боже мой, мне нужно найти замену. И быстро, ты ничего не видел, понял? 5 минут спустя. Лопата. Быстрой замены он точно не найдет, он ушел на пару часов, не меньше.
Ах. It's melted. The chef ran off to find a replacement. Он убежал. I don't follow. What would that do? I can't do that. Сковорода. The chef's got all the cooking handled. A large kitchen island. The fan in there must be huge. I don't. What would that do? Блин, я все. Я взял. А, все понял. Я взял лопатку. I can't do that. It's nicely maintained. I don't need any more wood. Зачем мне лопатка? Я позаботился о поваре. Может, сюда им напустить тогда жаришки? Первую. Это же она будет. Нет, это не она. Во вторую. Во. Hot air is coming out of the vent. Я вам похеру, да? Дым машина. No fog in here yet. Guess he's waiting for the right moment. I should go up to do that. Для этого нужно подняться наверх, окей. I need something to attach it to the railing. Привязать к перилам. Так, это есть. Открывашка, ключи. I don't follow. Не понимаю. Так, окей. It won't open. There's a keyhole on the right side. Понял. Понял. It's just bending against the latch. I need something stronger. Защёлка не даёт ей открыться. Нужно что-то помощнее. Хозяина мертвым. No fog in here yet. Guess he's waiting for the. Засулся. I should leave those two lovebirds alone. Оставь, конечно. I don't follow. Hot air is coming out of the vent. Так, чуваки здесь, эти тут тусят. Не даже, не, подожди. А. Или подожди, или не А. Мне его нужно закопать, что ли? Я могу теперь копать? It's nicely maintained. It's nicely maintained. А кто следит-то? У них там жарище. Nice moves. Thanks. See you. The eternity of dance. Hi there. Nothing. Дым машина. Мне его нужно туда затащить. А, все, понял. В дым машину нужно засунуть. Okay. Так, как только диджей включит машину, все должно вырубиться. Все должны вырубиться. Так, можно забирать амелу, правильно? I should leave it there for now. Лучше пока оставить это здесь. Хорошо. No fog in here yet.
Качай. Так, отлично. Крутая дым-машина. Пробьют полночь. I love you, uh-huh. Ну давай пробовать полночь. Sweet dreams, party people. Сладких снов, тусовщики. Хуёвые. Так, окей. Могу сейчас копать-то. It's nicely maintained. It's crystal clear. I'd go for a swim if it weren't for the whole dead body thing. Я тогда ничего-то это. Мне нужно. Все, что вам нужно, находится на кухне. А что мне нужно? А, подожди. Сейчас все спят. Я могу все это открывать. I don't follow. If a candy... Давай потихонечку возвращать все на места, игла, приглашение. Амелу заберем. I don't follow. Так, она где-то... What would that do? Где-то здесь висела. А, подожди. Во-первых, приглашение. Во-вторых... I don't think so. Я так не думаю. Надо ее будет выбросить, похоже. А, клубок, открывашка, спички, лопата. Хуя-то так... Клубок тут, иголки где-то здесь. Все, ничего нигде не жарко, все хорошо, никто ничего не включал. Не стоит больше трогать, хорошо. Так, 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 так. Все, что необходимо на кухне. I don't follow. А я, блин, думаешь, понимаю, что ли? Замерзшее тело. What would that do? Говорит, все, что... I can't do that. А где спички лежали? Противогаз где-то тоже внизу лежал. Ключ. Я взял и отнес наверх. It's locked. Заперто. Подожди. Не понимаю, реально не понимаю. An oval rug. I don't follow. Куски тела лапой, бляша, серьезно? What would that do? Чего я добьюсь? The chef's got... А кто же знает, что ты добьешься? I don't follow. А, сюда? Печь его? What would that do? I should hold on to the mask until the gas is dissipated. Пока газ не выветрится, ну ладно. I don't follow. Still not that... Спички... А спички здесь лежали, окей. Я просто не совсем понимаю, куда его
Куда его надо деть? Да, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Лопатку сюда. Промышленный, слабо сказано, он его в кашу прорубил. Мы типа можем сваливать. Но немножко давай улики за этого. Я не помню, ну ключ он там внутри был, в скважине, в замочной. Наверх. Можем его сюда... Why would I lock myself in? Ну, а Мел точно была внизу, на первом этаже. И она была, по-моему, здесь. Мы можем сжечь? I don't follow. Короче, не, не дали Звета медальку. Должен признать, агент, в этот раз вы избавились от тела на удивление жестоко. При этом цели своей достигли. Мы не будем включать некоторые детали в наш отчет, а и с Новым годом приложения. Разберитесь с нижеперечисленным, чтобы получить... наивысший рейтинг. Вы не вернули Амелу, вы не вернули противогаз, вы не вернули ключ в комнату наверху, вы не заперли дверь в комнату наверху, вы не затушили печь. В исключительных случаях вам можно потребуется пройти миссию еще раз. Ой, нет, еще раз не буду проходить. Давайте тогда на этом мы закончим, продолжим уже в следующей серии. На этом на сегодня все. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК, делись видео с своими друзьями, ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.